Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Бажан. Я стоер-токарь. Делюсь своими знаниями на своем канале на YouTube. И сегодня речь пойдет о наполнении столярной мастерской. Первое видео, которое я снял про столярную мастерскую, скажем так, вызвало неоднозначное немножечко реакции публики. То есть кто-то говорит, что я помешан на чистоте, кто-то еще там что-то говорит. Ну, в основном... Мне как бы реакция не очень понравилась. Поэтому я, во-первых, сегодня снимаю видео в новом формате, а во-вторых, я постараюсь более подробно как бы рассказать про свое видение столярки. Итак, вы решили стать стоером. Как правило, у вас, как у любого мужчины, есть, наверное, какое-нибудь помещение, может быть, это гараж, может быть, там вы выделяете сразу же помещение под мастерскую, и у вас есть какое-то количество инструмента. Ну, то есть, наверняка у всех мужчин дома есть там шуруповерт, например, да, может быть, ручной лобзик, может быть, дисковая пила ручная, опять же, да, и хочется уже чего-то большего. И нужно понять очень простую вещь. То есть, столярная мастерская складывается из трех станков, трех китов, так скажем, да, на которых все стоит. Первый кит – это фуганок. Второй кит – это рейсмусовый станок. Третий кит – это пильный стол. То есть, понимаете, все три станка эти, вернее, да, стоят денег. Денег стоит приличных. И, как правило, люди на начальном особенном этапе своего развития пытаются каким-то образом все это упростить. Да? То есть, ну, например, там, купить только пильный стол и только рейсмус. На самом деле это неправильно. То есть так не получается. То есть нужно иметь все эти три инструмента. И давайте немножечко подробнее на этом остановимся. То есть я делю всегда инструмент на инструмент как бы прецизионный, точный, нужный. И инструмент, который нужен время от времени. Или, например, инструмент, который не дает точности особенно. И если у вас мало денег, то вы можете обойтись... Ну, скажем так, не самым лучшим фуганком, не самым лучшим пильным столом, но без хорошего рейсмуса, ребята, у вас ничего вообще не выйдет. То есть рейсмус должен быть хорошим. Почему? Потому что рейсмус дает вам как бы окончательный вариант. Рейсмус дает вам чистовую обработку поверхности. То есть, понимаете, рейсмус для чего существует? Для калибрования доски. То есть рейсмус может калибровать ее как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной. И, казалось бы, вроде бы в одной из этих плоскостей может вам помочь пильный стол. Но нет, так не выходит. То есть пильный стол не дает вам того качества и такой точной геометрии, как рейсмусовый станок. То есть, братцы, без рейсмуса вам никуда не деться. И без фуганка там тоже никуда не деться. Вот, казалось бы, можно купить только один рейсмус, и на нем как бы сделать выравнивание доски. Но, как правило, не получается. Не получается. Почему? Ну, потому что нам нужна ровная поверхность с одной стороны, чтобы загнать ее в рейсмус и получить ровную поверхность с другой стороны. И все эти пляски с корытами, в которые вставляются доски, да, и равняются рейсмусами, к сожалению, они занимают слишком много времени, и они не подходят нам для работы. Для хобби можно, в принципе, обойтись одним рейсмусом, не покупая фуганку. Но на самом деле так не получится. Итак, немножко подробнее про мои инструменты. То есть я, когда начинал свою деятельность столярную, я купил сразу же пильный стол AEG и рейсмусовый станок Makita 2012. Ну, Makita 2012 – это, конечно, штука хорошая. То есть такой народный рейсмус, он, в принципе, выполняет практически все задачи, но есть там небольшие нюансы. То есть что мне в Makita не нравится? Makita как бы плохо работает с светловатой поверхностью. То есть если у вас есть сучочки, если волокна меняют свое направление, Makita вам такую доску, как правило, запорит. Либо вам нужно снимать совсем по чуть-чуть. По чуть-чуть, тогда, может быть, поверхность будет гладкая и ровная. Но, на самом деле, потом все равно приходится там шлифовать, и шпаклевать бывает иногда приходится. То есть, отдельные вот эти вот сучковатые участки.
Сейчас я купил другой рейсмус, у меня сейчас поверматик, и у этого поверматика вал Helical, в котором 120 ножей. То есть на макете два ножа, они стоят четко перпендикулярно поверхности доски. На поверматике 120 ножей, которые входят под углом. И вот этот вот вход под углом позволяет, конечно, получить очень чистую поверхность. И поверматик замечательно справляется с сучками. То есть сучковатую доску вставляешь в поверматик, она выходит гладкая, как кожа младенца. Этим я очень доволен. Но, в общем-то, Makita мне послужил верой и правдой несколько лет. И я переделал с помощью Makita кучу всяческих разных столярных изделий. То есть вот для начинающих столяров, как бы Makita, это вот, ну, очень хорошо. Makitaский, против Makita плохо, не могу сказать. Конечно, есть там у него нюансы. То есть и ступенька никогда у меня не убиралась на Makita. То есть убрать на Makita ступеньку у меня так и не получилось. На поверматике вот очень быстро настроился таким образом рейсмус, что ступеньки практически нет. Она все равно есть, конечно, да, но там буквально два движения шлифмашины, и все, ступеньки нет никакой. На макете так не получалось. Но поверматик стоит в 5 раз практически дороже, чем макета. Или даже 6. Поэтому макета, вот рейсмус хороший для начала. Дальше. Пильный стол, который у меня вот был, АЕГ, в принципе, у меня к нему вопросов тоже нет. То есть он свою задачу выполняет. То есть задача пильного стола – распустить доски и выровнять геометрию. То есть, ну, берете широкую доску, например, распускаете ее на узкие. Они более-менее относительно друг друга, вернее, их стороны относительно друг друга практически параллельны. Но после этого стола все равно приходится еще раз калибровать доску, доски там, как получается, то есть еще раз пропускать через рейсмус. Почему? Потому что качество поверхности после пильного диска мне не нравится. То есть все равно в любом случае приходится прогонять через рейсмус. Сейчас я купил другой пильный станок, это Jet у меня, и Jet пилит лучше, конечно, чем AEG. Это первое. Второе, у Jet есть каретка, и каретка позволяет мне пропилить 600 мм. Ну, то есть она нужна тогда, когда вам нужно, например, край столешницы на 600 сделать перпендикулярным, четким, ровным. Отлично работает. И, конечно, он мощнее, и он как бы увесистее, так скажем, да, то есть он стоит прочно, мощно. К нему много у меня вопросов, я буду отдельное видео про этот пильный стол снимать. То есть он, конечно, не идеален. Дальше фуганок. Фуганок вообще это такая вот первоначальная обработка древесины. То есть фуганок нужен нам для того, чтобы получить две рабочие плоскости. То есть горизонтальную плоскость и вертикальную плоскость под прямым углом. И после этого доска обрабатывается в рейсмусовом станке, становится стороны у нее параллельно и вертикальные, и горизонтальные. Вот. И фуганок, в принципе, ну, от фуганка как бы не требуется такого высокого качества поверхности, потому что после фуганка все равно придется вам доску прогонять через рейсмус. Поэтому, на мой взгляд, фуганок, ну, не обязательно покупать как бы дорогой и крутой, хотя, конечно, очень мне хочется купить поверматический рубанок тоже с хеликалом. Он зараз дорогой, он 300 тысяч стоит, и пока как бы я никак не решусь на этот поступок. Вот, фуганок у меня Корвет 106. В принципе, он справляется практически с любой задачей. Конечно, хотелось бы, может быть, чуть-чуть подлиннее столы. То есть столы у него кратковаты. Когда строгаете длинную доску, там где-то 2 метра там, или 3, тут уже начинаются проблемы. То есть просто еще дело в том, что я работаю как бы один, да, то есть когда два человека, там один, например, доску поддерживает там на весу, второй там ее толкает, то есть это уже как-то проходит уже все это. Но когда работаешь один, тяжеловато на таких коротких столах прострогать длинную доску. В остальном у меня вот к 106-му Корвету претензий нет. Читал я много всяких разных про него обзоров, прежде чем покупать. Многие люди там говорили, надо менять ножи, надо менять ремни, надо менять там шкив, чтобы быстрее все это крутилось. Я вообще ничего с ним не делал. Я не менял ножи, я не менял шкивы, причем более того, я их еще не точил ни разу. И все равно качество поверхности меня устраивает. То есть вот 106-й Корвет,
в принципе, можно рекомендовать тоже для начинающих столеров. Ну, даже не только для начинающих, и для опытных. Причем стоит он недорого относительно всех остальных. И задачу свою выполняет. То есть, в принципе, хороший такой рабочий, мощный агрегат. Вот. Вот на этих трех станках, в принципе, строится практически все. После этого что вам еще понадобится? Вам обязательно, на мой взгляд, понадобится торцовочная пила. Причем торцовочная пила должна быть хорошей. Первая моя торцовка – это Метаба. В принципе, она под прямым углом более-менее ровно пилила. Но как только нужно было запилить какой-то угол, все, начинались проблемы. Проблема, потому что угол гуляет постоянно, там, не знаю, с чем это связано. До сих пор не понимаю, почему, например, там вы выставляете один угол, а она как, пилит другой. Ну, Метаба так умеет. Вот, после этого я купил, значит, Bosch. И вот Bosch штука хорошая. То есть много есть таких модных пил, как бы, да, торцовочных, но у меня еще он с протяжкой, да, 300 мм может распилить. К Bosch вообще никаких вопросов нет. С пылеудалением не очень хорошо у него, но это как бы я так думаю, что у всех станков. И вот Bosch прямо дает четкий ровный угол и четкий ровный рез постоянно. Понимаете, то есть вот выставили вы угол, все, он никуда не уходит. На Bosch, с Bosch все хорошо. Теоретически, конечно, имея пильный стол, а если пильный стол еще и у вас с каретой, да, то есть вы можете от торцовочной пилы как бы отойти. То есть вы можете торцевать на пильном столе. Но практика вот моя, например, мне показывает, что, во-первых, неудобно, во-вторых, долго, в-третьих, нужно постоянно там пильный стол перенастраивать. Но это геморройно. То есть, если есть возможность, купить торцовочную пилу. Если даже, ну, в общем-то, даже самая недорогая торцовка, она лучше, чем пильный стол. Ну, на мой взгляд, опять же, да, то есть у вас может быть все это по-другому. И пятый, как бы, станок, который вам понадобится, ну, или там, скажем, инструмент, это ручной фрезер. То есть фрезер фрезерует канавки, фрезер фрезерует профили какие-то, да. Фрезер позволяет подогнать детали одну к другой. Без фрезера, в общем-то, тоже жить тяжело. У меня это Makita. Господи, забыл, как она называется. Ну, в общем, самая народная Makita. И тоже я, в принципе, этим фрезером доволен. Конечно, он у меня работает и в столе, и в руках. И получается так, что немножечко там уже сейчас, скажем так, перекатились стойки, по которым он ходит. И когда ты в руках работаешь, приходится по нему слегка шлепнуть сверху, чтобы он встал на место, на свое рабочее. Ну, я к этому привык уже. Не знаю, собираюсь купить фрезерный станок. Что-то как-то пока не очень для меня он актуален. То есть не делаю я много профилей. Будет какой-нибудь заказ на там, где будут профили сплошные, наверное, куплю фрезерный станок. Ну вот и все. Вот и все, ребята, что вам нужно. То есть давайте подведем, опять же, краткие итоги. То есть, к сожалению, невозможно обойтись без трех инструментов. Это фуганы для того, чтобы выровнять доску и для того, чтобы получить прямой угол между пластью, так скажем, доски, да, и торцом. Следующий станок – это рейсмус. Рейсмус позволяет нам сделать стороны доски параллельными. И третий кит – это пильный стол. Без пильного стола, в общем-то, ничего у вас не получится. Я, кстати, продаю свой пильный стол AEG, до сих пор как-то он у меня не продался. Так стоит в мастерской, в общем-то, мешается только везде. Если вам вдруг нужен пильный стол, обращайтесь, договоримся. И два станка дополнительных – это торцовочная пила и фрезер. Вот, наверное, и все. Не знаю, понравился вам этот формат, не понравился. Отписывайтесь. Будем работать, будем улучшать. И, собственно говоря, почему я вот так вот снимаю? Потому что у меня в мастерской сейчас очень большой проект лежит. Мне совершенно нет времени, то есть просто поставить камеру. Это не то, что нет времени, нет места даже, чтобы эту камеру поставить и перед ней там что-то начитать для вас. Но я думаю, что, в принципе, тему я раскрыл. Всего хорошего. До свидания. С вами был Юрий Бажан.